Зачем вы приехали, Ольга Михайловна? Это моя квартира. Ты же сама нас бросила. Что ты теперь от нас хочешь? В течение суток будете принудительно выселены из незаконно занятого вами помещения. Когда человек идет в полицию или в соцзащиту, он идет туда, где есть закон. И нарушать его мы не будем. Твои методы не одобряют. Я вижу результат, и мне это важно. Любить свое. Интересы чужих людей для тебя всегда были выше интересов своей семьи. Вмешиваться в чужое. Тебе когда-нибудь удавалось помочь человеку, не вникая в подробности его личной жизни? Дела житейские. Пока не поживешь чужой жизнью, ничего не получается. Премьера. У меня дочь пропала, я не знаю, где ее искать. В субботу в 17:30 на канале ТВ-центр.